Всем привет! К большому сожалению, умер актер из сериала «Мухтар» Игорь Щербак. Артист скончался на 69-м году жизни. Скончался советский украинский актер театра и кино Игорь Щербак. Об этом в социальных сетях написал Киевский академический «Молодой театр». Ушел из жизни заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив «Молодого театра» выражает искренние соболезнования семьи актера, говорится в сообщении. В театре не назвали точную причину смерти актера. Хотелось напомнить, Игорь Щербак родился в 1956 году. Он получил образование в Киевском государственном театральном институте имени Карпенко-Карова, после чего начал свою актерскую карьеру. Щербак играл в Киевском театре, оперетты и в Молодом театре. За свою карьеру Щербак снялся в 15 фильмах, включая популярные сериалы «Возвращение Мухтара», «Скорая помощь», «Любимая учительница».